Всем привет! Сегодня будем готовить перцы, и для этого рецепта можно использовать как один вид перца. У меня это болгарский сладкий. Так можно и намешать кучу вариантов, использовать и болгарский сладкий, и перец рамира, например, и чили сюда использовать, и тушить все вместе, тогда у вас получится более яркие и острые вкусы, но это по желанию. У меня только один вид. И этот рецепт будет достаточно пряный и неожиданный, то есть это по ингредиентам, это будет такая солянка, потому что у нас будет и миндальная мука, и кокосовая стружка, и перцы, и куча специй. И желательно для этого рецепта использовать глубокую сковороду по типу вока, или же очень просто глубокую сковороду, либо кастрюльку, потому что нам понадобится достаточное количество воды туда подливать, чтобы все так вот томилось в таком соусе. И нужно просто место, чтобы это все смогло правильно приготовиться. И для начала нарезаем перец на любые абсолютно кусочки, которые вам будет удобно, и обжариваем в 2 столовых ложках масла где-то приблизительно 15, а может быть даже и все 20, потому что все будет зависеть от количества перца, ну и насколько толсто вы его порубите. После этого перец нужно будет вынуть, и дальше поговорим о пряном соусе. Перец я вынула сюда же, в эту же кастрюльку добавила масло. И теперь нужно обжарить все специи, которые мы смололи в ступке, после чего обжариваем буквально 2 минутки. Мы добавляем муку миндальную, обжариваем еще минутку и вливаем чашку воды. Даем прокипеть 3 минуты, после чего добавляем кокосовую стружку и оставляем все это еще вместе прокипеть 5 минут. Вот то, что мы сейчас готовим, это подливка или соус, как хотите. И в момент, когда мы добавляем кокосовую стружку, надо будет влить еще чашку воды, потому что кокос очень сильно все это все забирает. И вот сейчас у меня практически не осталось воды. И вот здесь уже дополнительно воду нужно включать по желанию. Если вы захотите более жидкую подливку, значит вливайте. Если захотите, чтобы у вас остался вот такой вот, как практически пюре, вот эта кокосовая масса, не добавляйте. Сейчас у нас практически, можно сказать, финишная прямая. Мы немножко солим, добавляем кемали. Соли совсем чуть-чуть советую добавлять, потому что кемали кислый. И, ну, если переборщите с солью, еще и кемали будет сверху, просто будет невкусно. Здесь мы добавляем. Обжариваем сейчас это все минуточку. Я добавлю еще немножко воды, потому что мне кажется, что слишком густо. Но я добавлю уже не чашку, а, наверное, пол чашки. Совсем чуть-чуть. Мы это обжариваем минутку буквально. Возвращаем перцы и тушим все вместе финальные 5-7 минут. А уже в конце, когда блюдо готово, по вкусу можно добавить чили в виде соуса или в свежем виде, если, например, вы не используете один вариант перца. Ну или все равно, даже если вы используете чили в свежем виде, попробуйте еще там острее сделать. Это уже по выбору и по вкусу. Блюдо готово. Несмотря на то, что вроде бы это все длилось долго, но на самом деле он подходит под параметры ужин там или обед за 30 минут. И также он подойдет вегетарианцам и веганам, потому что у нас нет ничего животного происхождения. Приятного аппетита и до новых встреч!